Всем здарова, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной в Flazin и Toplex. Мы играем в GTA 5 Online с обалденной рубрикой. Это рубрика «Эксперименты». Всем здорова! Привет, друзья! И сегодня, ребят, впервые мы запишем рубрику «Эксперименты» втроем и протестируем три ряда с обалденными коллекциями тачек. Сегодня мы сразимся за первое место в подъеме на эту гигантскую лестницу и посмотрим, кто его займет. Ну и, ребят, смотрите, у нас есть в первом ряду вот такие обалденные спорткары, на втором ряду маслкары, на третьем ряду стоят самые быстрые гиперкары, далее мы протестируем вот такие бэтмобили, реактивные тачки, ну и напоследок посмотрим, кому достанется самый крутой монстр-трак, который заберется сегодня на вершину этой лестницы. Ну а я, ребят, пожелаю вам приятного просмотра этого видоса, приятного аппетита, если вы кушаете. Конечно же, поставьте лайк, ребят, на этот ролик, мне будет безумно приятно, тем более мы сегодня записываем спецвыпуск втроем. Надеюсь, вас это порадует и реально лайк заслуживает. Ну и также не забывайте нажимать красную кнопку подписаться, чтобы не пропускать новые видосы, которые выходят каждый день. Но мы с пацанами погнали рандомно выбирать тачки и отправляться на жесткий подъем. Ребят, давайте уже начинать нашу обалденную рубрику. И на первом ряду у нас стоят спорткары, которые сегодня мы протестируем. И мне кажется, самый крутой спорткар — это, конечно, Lamborghini. Это моя любимая марка машины. BMW? Нет, Lambo самая крутая. Короче, ребят, надо нам сегодня с пацанами определиться, кто первый, кто второй, кто третий. Давайте я буду сегодня посерединке, я буду вторым. Кто первый? Я буду первым тогда. Окей, сначала выберем Пашу тачку, потом мне тачку, а потом для Антона оставшуюся машину, короче. Ладно, Паш, выбираем тебе машину от 1 до 3. Давай. Вот эта тачка, вот это, либо вот это. Итак, Алиса, назови число для Паши от 1 до 3. Алиса, давай, BMW 8 и синий цвет. Вот это мой любимый. Число 3. Третья! Lamborghini! Ну-ка, а для меня 1 либо 2. Итак, Алиса, назови число для меня от 1 до 2. Давай, 1, а мне 2. Ну-ка, что мне? 2. Да, BMW, BMW моя, все. Антон сидит на черной тачке. И, ребят, протестируем, кто сегодня выше заберется в первом раунде на эту лестницу. Пацаны, мне кажется, хотя нет, BMW все-таки круче, Lambo, я так подумал. Ладно, у меня кабриолет, тем более. Раз, два, три, погнали. Все, ребят, в верхнем левом углу наблюдайте наши баллы и посмотрим, кто больше баллов сегодня заберет в этом подъеме. Антон! Пропусти! Там Паша вообще летчик, блин, недоделанный какой-то. Давайте, аккуратно. А как вы заехали? Я задом буду заезжать. Слушай, мне бэха нравится. Тем более, у меня кабриолет. Задом офигенно заезжаем. Покеда! Черепахи! Че, не можете заехать? Все, ребят, пока что я лидирую. У меня уже, можно сказать, 6 баллов, так как я на 6 ступеньке. Здорово, красный, здорово, черный. О, если вы вас объедините, вы получите это, божья коровка. А я буду синий жупа. Все. Пацаны, я, походу, давай. Приехал. А вы что, не можете? Ну, ребят, дальше у нас идут маслкары. Маслкары, мне кажется, будут намного жестче, потому что они могут на задние колеса вставать. Так, все, я делаю последнюю попытку на счет 3. Раз, давай. Два, три, погнали! Давай, BMW, оп! Блин, я только ее всю расфигачил, бампер оторвал полностью. Я тоже не могу забраться. Ладно, ребят, я остаюсь на 6 ступеньке, у пацанов сегодня по 5 ступенек. Ну, ребят, подсчитываем баллы, переходим к следующим тачкам. Получается, ребят, у меня пока что самая выигрышная позиция, так как я вас обыгрываю на 1 балл. Все, мне везет. Ребят, следующий раунд — это жесткие маслкары. Смотрите, шестиколесный маслкар. Потом руинер с большим мотором. И еще вот такой какой-то. О, это маслкары виндизеля, это из форсажа, знаете. Точно. Ребят, давайте спросим для Паши число. Какой ты хочешь? Я второй либо третий. Второй? Я первый хочу, он самый жесткий, шестиколесный. Ладно, давай спросим. Алиса, назови для Паши число от 1 до 3. Так, Алиса, давай, крутой. Крутой маслкар, давай. Ну-ка, что это? Ну? Выпало число 3. Третий! Виндизеля! Ладно, а ну, теперь для меня, для меня. Итак, Алиса, назови число для меня от 1 до 2. Давай, так, второй, Алиса, что? Забирай. Да нет, фиговый. 2. Второй! Да почему? Второй. Ладно, он тоже прикольный. Мне кажется, у Пажи самый обычный. Вот он вообще шестиколесый. Самый это классный. Жесть. Ладно, вы готовы, пацаны? Да. Раз, два, три, погнали! Воу! Так, я пока еду. Слушай, нормально едет. Антон, ты куда улетел? Здорово. Ой, вы меня перевернули. Сумасшедшие, что ли? Давайте. Ой, Антон, ты застрял, что ли? Я тебе помогу. В смысле? Не поднимается. Не поднимается? Я сейчас попробую подняться. Ну-ка, с дороги.
Ты не паркировался! Так нечасто! Это что за магия такая? Оп! Ребят, пробуем заехать! Я походу все так. Ну-ка. А, нет, нормально, все нормально. Уйди с дороги, не толкайся, Виндросель. Давай, на тебе. Ваня Дроссель, точно. Есть Вин Дизель, а есть ты Ваня Дроссель. Все, поехали! Ты это, Вася Солярка, понял? Ребят, газуй! У меня чистый мотор от КамАЗа, реально. О! Антон, у тебя на задний конец тачка не встает, да? Да нет, он вообще не понимает. Ну, у меня прям читерская. У меня из-за большого мотора она прям взлетает на задние колеса. Оп, ребят. Ой, у меня проблема. Пацаны, помогите. Я застрял. Реально застрял. Придется грейпушкой толкать тачку. Стреляем, ребят, аккуратно. Вау, нифига сальтуху навернула. Все, продолжаем. Пока что за мной не угнаться. Пацанам пашем. Забирается, как красная черепаха. Так, давай, маслгар. Оп, офигенно. Так, мне кажется, я доеду до 15-й ступеньки аж на маслгаре. Давай. Чего? Капуша, давай. Это урёт. Ребят, мне кажется, у меня сегодня самая крутая вообще коллекция тачек выпадает. Сначала BMW. Да, о, смотри. Мне сначала синяя тачка выпала, и теперь синяя тачка выпала. А походу, ой, а Паша какая выпала? Ламборгини? А мне красная. Да, о, чисто по цветам мы сегодня поделились. Блин, ребят, я опять застрял. Не, ну это уже не считай. Я не буду второй раз грейпушкой толкаться. Все, я застрял. Ребят, получается, у меня сегодня ровно 11 ступенек. Вот, все, спустился. Вот, 11 ступенька. А Паша застрял. На какой там? На 10-й! На 10-й, наверное. Давай помогу тебе, все, вот на тебе. Спасибо. Я у Антона вообще самая шестая маленькая ступенька. Ну-ка, у тебя вообще 5-я, какая же... А, стой, ну-ка. Да, реально 6-я ступенька. Все, ребят, подсчитываем баллы и переходим к следующим автомобилям. Ну а вот теперь, ребят, мне по-настоящему страшно. Сейчас мы разделимся, пацаны, и узнаем, кому какая гиперкар, кому какой гиперкар сегодня достанется. Это самые быстрые тачки в мире. Это же... Офигеть. Это что? Чего? Стой, ну-ка. Она очень какая-то стеклянная, прозрачная, смотри. Реально ламба. Ладно, давайте спросим для Паши число от 1 до 3. Итак, Алиса, назови число от 1 до 3. Ну-ка, Формула-1 хочу, Формула-1. Она очень быстрая. Ну? Ну, что это? Выпало число 3. Третья! Красная! Отлично. Какой раз ты красная тачка выпадает уже? Ладно, Алиса, назови число от 1 до 2. Давай, вторую синенькую тебе. Да не, первая. Черная, ну-ка. Выпало число 2. О! Опять синие тачки! Чисто одни и те же машины! Чисто я сижу сегодня по синей коллекции, а тот по черной коллекции, Паша по красной коллекции. Садимся на наши гиперкары, у меня там Формула 1. А, нормально? Чё я в неё бегаю сесть? Я не могу сесть в неё, пацаны. Вот, все, вроде залез. Ладно, готовы? Раз! Да. 2, 3, погнали! Вау, гиперкары! Вау! Ой, все, я приехал. Ни хрена себе! Паша читер, он перелетает все. На тебе! Смотри, учись, студент. У меня реально крутая формула. Ребят, оп, это формула Red Bull. Все, пока, пацаны. Хотя меня Антон догоняет там сзади, смотрите. Я тебя перегоню даже. Не-не-не-не, серьезно? Эту тачку мне до маслкара заезла уже, пацаны. Оп, давай. Офигеть. Пацаны, мне нужна помощь. Я застрял. А, нет, все нормально. Давай, раз, два, три, еще выше. Давай. Да, у меня уже 12-я ступенька, пацаны. Это жесть. Офигеть, охренеть. Ой. Я спустился на одну ступень случайно. Блин, вот это фейл века. Ладно, раз, два, три, давай. Блин, достаточно не забираются все. Не можете забраться? Не, у меня, походу, самая читерская машина, она чисто подпрыгивает. Так, оп, давай! О, как я залез туда! В смысле? Реально фейл века. Ну-ка, еще одна попытка, ребят, и если что, остаюсь тут. Блин, не могу залезть. Ладно, походу, у меня 11-я ступень. Хотя я выше на одну ступеньку все-таки смог залезть, но я случайно упал вниз. Ладно, у меня 11, у вас, пацаны, сколько там ступенек? У меня 6, у меня 7. О, окей, все, записываем результаты и переходим к следующему жесткому раунду. Для жесткого раунда подготовлены у нас вот такие обалденные Бэтмобили. Мне кажется, это разные Бэтмобили из разных игр, фильмов, да? Вот этот красный точно из фильма какого-то. А вот синий из игры, мне кажется. А черный откуда? Из фильма? Из фильма. Наверное. Ладно, ребят, давайте для Паши, как всегда, для первого спросим, какой ему Бэтмобиль сегодня достанется. Первый, второй, либо третий. Мне кажется, самый крутой второй. У него большие гигантские колеса. Реально. Давайте, все. Итак, Алиса, назови число от 1 до 3. Давай двойку, Алиса, по-братски, чисто вот, пожалуйста, я очень сильно прошу. 3. 3! Да, опять 3! В смысле? Ладно, следующий раунд я первым буду, значит, выбирать тачку. Да, итак, нет. Алиса, назови число для меня от 1 до 2. Давай, так, ну-ка. Первый самый фиговый.
Не-не, но... давай, да, первый, хочу первый. Число один. В смысле один? Она же всегда синий цвет меня называет, блин. Ребят, сегодня я, походу, буду на вот этом. Это из фильма, да, из фильма? Охренеть. Нормально? Где тут дверь? А, вот все, нашел дверь. Ладно, пацаны, пока что по баллам вроде я лидирую. Вы готовы? Да. Раз, два, три, погнали. Давайте, едьте вперед, а я вас расстреляю. У меня пулеметы есть. Ты что? Это читерский мотмобиль. Покедова. Не ври, я по колесам не стрелял. Я улетал. Я видел. Я улетел, ладно, у меня сейчас битва будет с Тобликсом, а Паше придется заново забираться с первой ступеньки. Я вас догоню. А ну, тормози. Ой, а как? А кто мне колеса проколол? Вы чё, негодяи? Я тоже с проколотыми колесами теперь. Здорово, Паша. Человек проколотый колесо. Раз, два, три. Давай! Пацаны, у меня самый фиговый подмобиль, походу. Я не понял. Так, Паш, давай-ка ты нафиг иди сюда. Это моя ступенька. Вали! Да блин, ребят. Ладно, делаю последнюю попытку задом. Если не получается, я остаюсь на пятой ступеньке. Итак, оп! А блин! Где Антон? Охренеть! Антон, а где он? На 13-ю забрался, пацаны! На какую ты забрался? На 13-ю почти забрался! Ни хрена себе! Ладно, ребят, у меня сегодня 5 баллов получается. Мне интересно, куда Паша заберется? У него автомобиль покруче. Да, мне кажется, до 7-й. До 7-й? Ага, а, ага. Нет, да ладно, 8-я ступенька уже. Ну-ка, на 9-ю сможешь забраться, ладно, желтый уровень. Ладно, последнюю попытку. Давай, последний. Раз, итак, два, итак. О, не смог. Ладно, Антон, у тебя 14 ступенька, у Паши 8-я ступенька, а у меня получается 5-я. А, нет, 6-я. Нет, 5-я ступенька. Все, записываем результаты и переходим к предпоследнему раунду. Ну и, наверное, ребят, самые читерские машины. Это, конечно, реактивный. У нас реактивный скрамжет, реактивный Rocket Voltic и реактивный Бэтмобиль. О, это получается 4-й Бэтмобиль. У нас еще тестирование 3 Бэтмобиля. Ладно, ладно. Давайте, как я и говорил, я буду первым сейчас выбирать тачку, чтобы Паша всегда красные машины не доставались. Вот интересно, мне достанется красная тачка или нет? Все, я первый, Антон второй, а ты, Паш, последний будешь. Все, согласен? Все, да, вот так. Да-да, поменялись местами, Алиса, назови число для меня от 1 до 3. Самый фиговый Rocket Voltic, чтоб тебе выпал. Нет, вот. Ну, и что это? Выпало число 3. Да! Он всегда третий называет. Смотри, какая хитрая. Офигеть. Все, я на скрамжде. Это прыгающая машина. И теперь выберем тачку для Тофликса. 1 либо 2. Че круче, я даже не знаю. Ну ладно, Алиса, назови для Тофликса число от 1 до 2. Давай двоечку, пожалуйста. Не-не-не. Давай. Выпало число 2. 2! Все, а Паша будет на Бэтмобиле. Ну, ребят, ладно. Тогда засекаем время. Какое время? Не знаю. Ладно, раз, два, три, погнали, пацаны! На ускорителе, мне кажется, у меня самая читерская тачка. Знаешь почему? Она умеет прыгать! Да, реально, я полетел после Покедова. Охренеть! Я уже до желтого уровня залетел. Это какая тут 10-я ступенька почти, да. Ну-ка, давай, Паш, я смотрю на Пашу. Ну-ка. Вау! Ракета полетела. Я понял. Не, мне кажется, сегодня у меня самая удачная коллекция. Кстати, ребят, давайте так. В комментариях напишите реально, у кого сегодня коллекция круче выпадает. Флейзину, Джеллу, либо Топликсу. Мне даже интересно ваше мнение. Мне кажется, тут круче всего у Паши коллекция. У него сегодня красные тачки все были почти. Так, давай. Я тебя обгоняю. Антон, а ты где там застрял? А я на 15 ступеньке. Охренеть, а я уже на 22-й. Я дальше тебя улетел. А я уже на 24-й. Ну-ка, я смотрю на Топликса, Антон, ты на меня только не приземлись аккуратно. Где он? Перегоню. Нет, ты сзади? Здорово! А, вот он! Здорово! Ладно, раз, два, три, прыжок и ускоритель. Пожалуйста, пожалуйста, главное не улететь. Оп! Все, я приземлился. Это жесть. Пацаны, напомню, смотрите, если вы улетите вниз, баллы не засчитаются. Здорово, Флейзин. Раз, два, три, прыжок и ускоритель. Давай! Мне кажется, кто-то перелетит. Все. Ну, заново придется забираться себе. Я рисковать не буду, и я, наверное, на предпоследней ступеньке остановлюсь. Антон улетел. Че, куда улетел? Далеко-далеко в космос. И все, я остаюсь тут. Я рисковать не буду на 31-ю. Пацаны, я тоже не хочу рисковать. У меня 30-я. Вы че, упали? Я улетел. Охренеть. Ладно, я вас подожду заново. Пацаны, снова добрались до, получается, 28 ступеньки. О, Антон, нам еще, давайте. Так, Паша летит. Все, не налетел. А где Антон? Антон! Я лечу после идеально. Давай. Да ладно. Ты че? Он на 31-ю залетел. Охренеть. Все, у нас, Паша, по 30 баллов. У Антона 31 балл. Погнали к следующему, последнему раунду.
И напоследок, на финал, ребят, у нас стоят монстр-траки. Вот такой монстр-трак, вот такой монстр-трак и вот такой монстр-трак. Это, получается, лимузины. Три лимузина, да, пацаны? Все. Кто там первый? Паш, ты первый, я второй, первый, Антон третий. Да. Все. Спросим, ребят, число для Паши от 1 до 3. Итак, Алиса, назови число для Паши от 1 до 3. Так, Алиса, ну что это там? Хоть бы не один. И что это? Три. Выпало число 1. О, 1 выпало число. Давай, все, теперь моя очередь. О, у меня 2 одинаковых. А, они разные, колеса большие и маленькие. Ладно, 1 либо 2. Это я синий хочу. Это я хочу синий. Так, все, Алиса, Алиса, пожалуйста, назови число 1. Алиса, назови число от 1 до 2. Число 2. Алиса, фиговую тачку назови, пожалуйста. Нет. Ему точнее. Выпало число 1. Да! Стало 1! Все, получается... О, кстати, заметил, впервые тебе Алиса черную тачку выбрала, Паш. Итак, пацаны, вы готовы? Мой монстр-трак сегодня победит! Раз, два, три, газуем! Посмотрим! Воу, воу! У меня он быстрый, кстати. А, Антон, понял, чем прикол? У меня просто тачка быстрее, чем у тебя. Вот в чем. Плюс колес моих больших. Оп! Смотри! Ой! Это нечасто! Кто толкается там? Вы охренели, что я сейчас там затолкаю куда-нибудь. Где он? О! А у него, видел, его таран спереди мешает ему заезжать. Ребят! Не знаю, мне кажется, это самая крутая моя тачка Monster Truck. О, кстати, ребят, напомню, по поводу сердечек. Сердечки я ставлю теперь не 2 часа, как обычно. Я их ставлю ровно 1 час после выхода видео. Так что успейте написать свой комментарий, чтобы получить сердечко в комментах. Все, я пока забираюсь на 12-ю ступень. Остался 13. Это догони кто? Меня. Антон! А как ты туда забрался? У тебя же развалюха! Ну-ка, я задом. Задом. Какая прыгающая, что ты обманываешь? Давай, задом. Здорово, я догнал тебя. Ну-ка, смотри! Вот так ты умеешь! Иди обратно! Все, развалюха красная! Я поеду дальше. Давай. А Паша где застрял? Я еду тут это на 9, пацаны. Да ладно, ты еще едешь? Антон, давай обратно, вот туда. Я понял, плюс этой тачки она задом хорошо забирается. Давай! 17-ю ступеньку. Я хочу до синего уровня вообще доехать. Пожалуйста. Я хочу до красного доехать. Монстр Трак, ты сможешь? Пацаны, у меня проблемы, я не могу. Все, так, приехал. Раз, два, три, четыре, пять. Монстр Трак сможет забраться на самый верх. Не сможет. Пацаны, это жесть. Я нашел предел себе. Все, у меня 17-я ступень. Это максимум. Что можете тачка забраться, короче. О, что-то написано. Потенза. Пацаны, у меня тачка называется Потенза. И она забралась до 16-й ступеньки. А, я перепутал. Не 17, 16 у меня. Ладно, Антон застрял на 14-й ступеньке, а Паша застрял на какой там? Там на 12-й. Сейчас я еще на 13-й попробую. 12-й? Окей, давай. Последнюю попытку. Да ладно! Ну-ка, давай, может, ты на 14-й заберешься? Ну-ка. Он по-хитрому, он задом забирается с помощью треугольника этого. Все, у Паши 13 баллов, у меня больше, и у Антона тоже больше. Погнали, ребят, почитаем баллы и посмотрим, кто сегодня победил в этом видосе. Итак, ребят, мы почитали свои баллы. Я не знаю, сколько у пацанов, но я знаю свои баллы. Пацаны, готовы? Я говорю первый. У меня сегодня 79 баллов. У вас сколько? У меня 72. У меня 77. Я победил! Чисто в отрыве на 2 балла. Ребят, ну что ж, это видео подходит к концу. Получается, я занимаю первое место, Антон занимает второе место, а Паша занимает последнее, третье место. Если вам, ребят, понравился видос, поддержите его лайкусиком, нам будет безумно приятно. А также напомню, напишите в комментариях, у кого есть коллекция, по вашему мнению, получилось выбить круче у Фейсна, у Джела, либо у Томикса. Ну а с вами были мы. Всем удачи, ребят. Всем покедова. Всем пока, народ. Пока, друзья.